Богатый внешний вид по доступной цене, реалистичная текстура дерева, простой монтаж и гарантия до 50 лет. Это базовая информация про виниловый сайдинг Grand Line для тех, кто смотрит видео не дольше 30 секунд. А всех остальных я приглашаю на кофе-брейк, где за несколько минут мы научимся разбираться в коллекциях винилового сайдинга и отличать виниловый от акрилового. Виниловый сайдинг присутствует в ассортименте Grand Line уже порядка 15 лет. За это время появлялись новые продукты, выводились из ассортимента, совершенствовались и возвращались обратно старые продукты, менялись технологии производства и компоненты состава. Все это делалось для того, чтобы изменить представление о виниловом сайдинге и доказать, что этот продукт достоин украшать самые стильные проекты домов. А еще постоянное совершенствование компонентов позволяет нам давать гарантию на технические характеристики винилового сайдинга Grand Line от 40 лет. На сегодняшний день огромный ассортимент винилового сайдинга Grand Line можно логично упаковать в три группы: премиум акрил, дизайн тундра и классик. Отличаются они по составу материала, а уже исходя из этого отличаются и типы сайдинга, входящие в ту или иную коллекцию, а также цветовая палитра. По геометрии виниловый сайдинг Grand Line можно разделить на следующие виды: архитектурный планкен, natural брус, вертикальный, блокхаус, корабельная доска и корабельная доска XL и новинка этого сезона – double брус. В этом видео мы не будем подробно останавливаться на геометрии, но если вы очень захотите, чтобы такое видео появилось, так и напишите в комментариях. Если подобных комментариев наберется убедительное большинство, ну или если этого захочет мой начальник, то видео про геометрию также появится на нашем канале. А пока возвращаемся к коллекциям. Общая черта всех коллекций – это реалистичная текстура дерева. Даже в базовой классической коллекции вы с легкостью найдете имитацию прожилок древесины. А когда доберемся до тундры... Но обо всем по порядку. Премиум акрил – это наша тяжелая артиллерия. По названию легко догадаться, что же это за волшебный компонент в составе. Это акрил-стирол, акрилонитрил. Это элементарно. Видим акрил, понимаем, что перед нами премиальный сайдинг Grand Line. Нет акрила – продукт тоже качественный, но не премиальный. Основная отличительная особенность этой коллекции – повышенная устойчивость цвета. И это при том, что премиум акрил представлен в темных оттенках – графитовый и темный дуб. На рынке принято считать, что темные оттенки, особенно в ПВХ, выцветают гораздо быстрее светлых. И это логично объясняется законами физики. Но химический состав премиум акрил сформирован таким образом, чтобы темные цвета оставались насыщенными и стабильными, то есть без выцветания пятнами, а также с первоначальным блеском в течение долгих лет. Помимо устойчивости оттенков, акрил в составе добавляет и термостойкости, и прочности сайдингу. Но важно при этом соблюдать все рекомендации по монтажу. И тогда сайдинг не деформируется на жаре и не скукожится при переходе от теплых температур к минусовым. А я напоминаю, это темные цвета. Кстати, скоро на нашем канале появится подробная большая инструкция по монтажу вертикального сайдинга на дома в стиле Scandi. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Таким образом, сайдинг коллекции премиум акрил – это отличное решение для тех, кто любит темные фасады, даже в южных регионах, где важен запас цветостойкости. На коллекцию премиум акрил предоставляется письменная гарантия 15 лет на стабильность цвета и 50 лет на технические характеристики. Переходим к моей любимой коллекции «Дизайн тундра». Эта коллекция максимально воссоздает внешний вид деревянной отделки, поскольку эта задача выполняется сразу двумя способами – рисунком и текстурой. Тундра выпускается в четырех цветах – ясень, клен, кедр и рябина. Формула краски позволяет добиться натуральных, гармонично неоднородных оттенков древесины. При этом ПВХ фасад обойдется вам дешевле деревянного. Экономия эта связана не столько с ценой непосредственно материала, сколько с совокупностью факторов, связанных с эксплуатацией древесины. Это монтаж, обработка дерева, покраска, уход и другие нюансы. Напомню, весь виниловый и акриловый сайдинг Grand Line имитирует деревянную отделку, но тундра делает это максимально достоверно.
коллекции «Дизайн Тундра» мы даем гарантию на стабильность цвета 12 лет и 45 лет гарантии на технические характеристики. И я напомню, что в гарантийных обязательствах на виниловый и акриловый сайдинг Grand Line нет деления на внутреннюю и приморскую зону. Мы абсолютно уверены в том, что даже под действием палящего солнца и соленого морского воздуха сайдинг Grand Line будет так же хорош, как и, например, в Центральном федеральном округе. Ну, разве что в ЦФО солнышко будет играть на текстуре и рисунке панелей чуть реже. Коллекция Classic – это база. Это самый доступный виниловый сайдинг в нашем ассортименте. Здесь базовые технические характеристики, которые позволяют добиться надежного и долговечного фасада, но без дополнительных опций цветостойкости и термоустойчивости. Но это не значит, что ваш фасад выгорит или поплывет через год. Вы по-прежнему получаете качественный продукт. Более того, здесь самая широкая цветовая палитра, которая делится на две группы – стандарт и Color Plus. Стандарт – это 7 приглушенных светлых цветов – белый, слоновая кость, ванильный, бежевый, золотой песок, серый, салатовый. Color Plus – это 5 более глубоких и насыщенных оттенков – персиковый, кремовый, карамельный, голубой, темно-бежевый. Гарантия на технические характеристики у обеих групп одинаковая – 40 лет. А вот на стабильность цвета у Color Plus гарантия побольше – 8 лет против 5. Широкая палитра классической коллекции позволяет поэкспериментировать с комбинированием оттенков, поиграться цветами, подобрать оптимальное сочетание к кровле, водостоку и другим элементам дома. Разрешите прервать ролик? Отличная новость для тех, кто с первого взгляда влюбился в нашу новую крутую кружку. Теперь в информационных видео Grand Line мы будем разыгрывать этих красавиц. Условия будут каждый раз разные, чит-код не поможет. В этот раз я предлагаю вам написать в комментариях, во сколько вы смотрите это видео. Прямо сейчас посмотрите на свои часы и напишите увиденное время в комментариях. Важно, конкурс будет проходить в нашей группе во ВКонтакте, поэтому комментарии нужно оставлять под постом с этим видео. Конкурсные комментарии мы будем принимать в течение недели с момента публикации. Точную дату завершения конкурса мы напишем в описании. Итоги подведем в прямом эфире там же, в группе во ВКонтакте. Ссылку на группу вы найдете в описании к этому видео. Чтобы зафиксировать все основные отличия коллекций между собой, я выведу на экран сравнительную табличку. Премиум акрил – для тех, кто любит модные темные оттенки фасадов даже в южных регионах с палящим солнцем. Акрил равно премиальность. Нет акрила – нет премиальности. Дизайн тундра – для тех, кто любит деревянные фасады натуральных оттенков, но не хочет тратить время и деньги на уход за деревом. Классик – для реализации самых смелых дизайнерских фантазий и цветосочетаний. На нашем сайте вы найдете удобную интерактивную таблицу, в которой представлено, в каких коллекциях выпускается тот или иной тип сайдинга. Нашли понравившийся вариант? Воспользуйтесь калькулятором расчета фасада, а затем переходите в интернет-магазин. Советуем подписаться на наш телеграм-канал, в нем вы первыми узнаете о новых цветах и формах винилового и акрилового сайдинга. Да-да, это намек. Если вам нужна помощь и вы не можете определиться, каким бы вы хотели видеть фасад вашего дома, оставьте заявку на услугу «Красивый дом». Наши дизайнеры подготовят цветосочетание под цвет вашей кровли или предложат дизайн фасада в определенном архитектурном стиле. Ссылку на форму заявки мы оставили в описании к видео. Вот и все. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Там же вы можете предложить темы для наших будущих видеороликов. Пока!